чтобы сделать сердечко для записок, берем половину листа формата А4 размером 15 на 21 сантиметр. Берем лист, складываем его вдвое. Наводим листочек и переворачиваем листочек обратно. Теперь с одной стороны загибаем небольшую полоску бумаги. И хорошо наводим листочек. Переворачиваем листочек на другую сторону. И боковые уголки загибаем на бок центральной линии с обеих сторон. Хорошо наводим. С другой стороны загибаем уголок таким же образом. Хорошо листочек наводим. Теперь возле загнутых листочков переворачиваем уголок на другую сторону. Равняем листочек таким образом, чтобы по бокам выходили острые уголки. И хорошо наводим. Теперь вот этот уголок отгибаем к началу листочка. Хорошо наводим. И в таком положении переворачиваем уголок на другую сторону. Теперь я листочек разверну, чтобы было лучше видно. Берем вот этот листочек и закипаем его на бок к началу листочка. Хорошо наводим. С другой стороны делаем также. Вот этот листочек загибаем на бок к началу листочка. Хорошо наводим. Раскладываем уголки обратно с одной и с другой стороны. Теперь поднимаем вот этот листочек. Расширяем его до самого конца. И теперь вот эту сторону боковую нужно положить на вот эту сторону. Для этого листочек придавливаем сбоку. Листочек расплющивается. И все хорошо наводим. Теперь с другой стороны поднимаем вот этот листочек, расширяем его. И вот эту боковую сторону ложим вот на эту сторону. Для этого листочек сбоку придавливаем. Листочек расплющивается. И все хорошо наводим. Теперь возле вот этого уголка загибаем листочек на бок. Хорошо наводим. С другой стороны, возле вот этого уголка, загибаем листочек на бок. Хорошо наводим. Теперь вот этот уголок загибаем вот к этой линии. Хорошо наводим. Теперь вот этот уголок загибаем к началу вот этой линии. Хорошо наводим. Теперь я листочек снова разверну. Вот у нас начинается листочек нижний, и возле этого места загибаем листочек на бок. Так, перевернули листочек на бок и смотрим, чтобы с другой стороны верхний и нижний листочек были на одном уровне. И хорошо наводим. Получается вот так. Также делаем с другой стороны. Вот у нас место, где начинается нижний листочек, и возле этого места загибаем листочек на бок.
перевернули и с другой стороны равняем листочки, чтобы верхние и нижние листочки были на одном уровне. Теперь хорошо наводим. Переворачиваем листочек на другую сторону. И с другой стороны переворачиваем листочек на другую сторону. Вот у нас получилась линия. Теперь вот эту сторону загибаем к этой линии на бок. Хорошо наводим. И с другой стороны делаем так же. Вот у нас линия. И вот эту сторону загибаем на бок к этой линии. Хорошо наведем. Теперь вот эту сторону нужно засунуть вот под эти листочки. Для этого переворачиваем листочек и засовываем его под листочки с обеих сторон. Просовываем листочек до самого конца и хорошо наводим. Теперь вот у нас есть контрольная линия, и по ней переворачиваем боковую сторону. Хорошо наводим. С другой стороны вот у нас есть контрольная линия, и по этой линии переворачиваем листочек. Хорошо наводим. Теперь поднимаем листочек вверх и с другой стороны поднимаем листочек вверх. Берем сердечко, переворачиваем его и ставим. Теперь у нас получается вот такое сердечко. Осталось его только разрисовать и написать в нем записку. Для того, чтобы сделать сердечко записку, берем сердечко, переворачиваем его, ложим и опускаем боковые стороны. И теперь нужно достать вот этот листочек. Берем листочек и достаем его наружу. Теперь на листочке пишем какую-нибудь надпись и делаем какой-нибудь рисунок. Я сделал вот так. После этого складываем сердечко обратно. Ставим сердечко, и теперь спереди на сердечке также нужно сделать какую-нибудь надпись и нарисовать какой-нибудь рисунок. И после этого наше сердечко для записок будет уже полностью готовым.